خدا بند آره نمیدانم چه خدا зависти, которые питают сестры Семелы, матери бога Диониса. В спектакле нет положительных сторон. Правильные и адекватные вещи говорится неадекватным образом. А адекватные люди ведут не совсем правильный образ жизни. Каждый в своей жизни должен соединить вот это дионисийское начало и аполлонское начало. Очень такой сильный посыл, чтобы мы не забылись, что Вакх еще не умер. Есть очень много сил, которые хотят вернуть нам Вакха. Противостояние действующей власти и религии. Это очень важно в условиях светских государств, в которых мы живем. Во всем мире все больше с каждым годом становится религиозных последователей разнообразных направлений религии, как с традиционных аврамических, так и разнообразных сект. Три такие темы — это политическая тема власти, религиозная тема и гендерная тема. Это очень три такие очень серьезные, важные темы, которые в этом спектакле. И это очень серьезный, конечно, текст. Где правда, где ложь, где столкновение? Получается, это спектакль-дилемма, которая составляет открытые вопросы. Тебе нужно думать о том, что и как.